чего в Якутии создается Центр управления изменениями и как на себе простой гражданин почувствует результаты его деятельности. Об этом в программе «Актуальное интервью» мы поговорим сегодня с Евгением Чекиным, председателем правительства Республики Саха-Якутия. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Доброе утро. Хочется начать с цитаты. Пришла пора избавиться от таких хронических управленческих проблем, как дублирование полномочий и перекладывание ответственности друг на друга. Так сказал глава региона Егор Борисов о создании Центра управления изменениями. Чем все-таки продиктовано создание этого центра? Ну, мы сейчас живем в мире, который постоянно наполнен изменениями. Это видит и каждый человек. Общество меняется. Это чувствует и бизнес с точки зрения новых технологий. Возрастает конкуренция межстрановая, межрегиональная, внутрирегиональная, между компаниями, структурами. И это не обходит, конечно, стороной государственный сектор, потому что эффективность государственного сектора, собственно, формирует тот задел, основу для развития всего общества. Плюс сейчас люди имеют желание полностью реализоваться профессионально, а не только заработать хорошо. Поэтому если государство, государственная служба не дает этой возможности, то они, конечно, переходят в бизнес. И с этой проблемой мы сталкиваемся, ее видим, и поэтому все эти факторы фактически заставляют руководителей государства и регионов задумываться над тем, чтобы эту систему изменений поставить на постоянной основе. Мы не говорим про реформы, мы говорим именно о центре управления изменениями, потому что, еще раз повторюсь, динамика сегодняшней жизни предполагает постоянные изменения, и те фундаментальные направления, которые мы закладываем в этот центр, собственно, будут давать нам возможность приспосабливаться к этим изменениям, использовать наработки бизнеса с точки зрения управления. Что из себя будет представлять вот этот центр управления изменениями? Это на самом деле организационная управленческая структура с точки зрения не дополнительных каких-то органов исполнительной власти, а это принцип организации работы. Этот центр, собственно, назван таким образом, чтобы подчеркнуть, синоним это штаб, да? Чтобы подчеркнуть, соответственно, важность и функциональную подчиненность непосредственно руководству. Ну, все вы знаете, наверное, уже, что в соответствии с указом этот центр возглавлять будет председатель правительства. Немного о структуре хочется как раз будущего центра поговорить, что он будет включать в себя 5 департаментов и 2 проектных офиса. Департаменты проектного управления, стратегического управления, структурных преобразований, процессного управления, кадровой политики, государственной и муниципальной службы и плюс проектные офисы корпоративных технологий, финансового мониторинга и формирования единой интегрированной коммуникационной информационно-аналитической IT-системы. Список внушительный, более чем. И возникает вопрос, а вот не повлечет ли создание центра, его функционирование, как раз-таки рост числа чиновников, чего, кстати, о чем постоянно говорят местные жители, и Егор Борисов говорит, что чиновников больше не должно становиться. Нет, если посмотреть внимательно, соответственно, на этот указ, то из новых действительно структурных подразделений, которые будут создаваться, это департамент процессного управления. Все остальные структуры либо есть, либо они будут создаваться путем преобразования действующих департаментов. Это касается Министерства экономики. Что касается общей численности, то общая численность не будет увеличиваться, она будет сокращаться. Значит, с чем это связано? С тем, что любая эффективность предполагает меньшими силами достигать больших результатов. Если посмотреть на целевые ключевые направления, то, соответственно, мы видим
в формате двух департаментов, департамента проектного управления и процессного управления, что мы закрываем весь технологический такой функционал государственных служащих, и эти два департамента направлены на оптимизацию всех процессов. И это будет предполагать, что в конечном итоге мы исключим все дублирующие функции, плюс, соответственно, в рамках повышения эффективности мы выйдем на создание общих центров обслуживания, которые будут предполагать, значит, объединение в рамках этих новых центров несвойственных с точки зрения предоставления государственных услуг функций из министерств и ведомств. Тем самым, на самом деле, мы получим сокращение числа государственных служащих. Вот мы перечислили 5 департаментов, 2 проектных офиса. Как все эти структуры между собой будут взаимодействовать? Как они вообще связаны будут? Угу. Они связываются через руководство, потому что это звенья одной цепи. Если посмотреть на структуру, это департамент стратегического управления, это департамент, который формирует общую стратегию. Его основная ключевая задача – это формирование стратегии, формирование дерева целей и задач, на которые ориентированы действия всех органов исполнительной власти. И их, опять же, задача – формирование структуры государственных программ, которые нацелены на достижение их результатов. Это с одной стороны. То есть, с другой стороны, здесь уже с точки зрения исполнения этих стратегических и ключевых документов развития республики, здесь уже подключается как раз департамент процессного управления и проектного управления с точки зрения методологического обеспечения органов исполнительной власти. Как наиболее эффективно, структурированно и с меньшими затратами, соответственно, достигнуть этих целей. Поэтому все структуры практически увязаны. Вот вы говорили уже и про департамент проектного управления. И все-таки последний год-полтора очень много говорят о проектном типе управления, когда вот под конкретный проект создается, допустим, правительственная рабочая группа. И сейчас как раз-таки еще появился дополнительный департамент уже процессного управления. Чем он будет заниматься? Я предполагаю, что всем понятно, что государственные служащие в основном ориентированы на процессы, на самом деле, а не на проекты. Потому что предоставление государственных услуг – это такая постоянная, однотипная, монотонная работа. Да? Это на самом деле процессы. И по нашей оценке проектное управление в структуре работы государственных служащих занимает примерно 20-30%. Это действительно отдельные мероприятия, отдельные ключевые объекты, которые действительно оптимально вести в рамках проектного управления. Все остальное – это процессы. И если 70-80% госслужащих времени их занимают процессы, то, конечно же, это требует также оптимизации и повышения эффективности. С этим, собственно, деятельность департамента процессного управления будет связана. Их задача, на самом деле, проанализировать, выявить типовые, типовые регламенты предоставления услуг, что, соответственно, должно повлиять и напрямую должны ощутить потребители этих услуг. Эти ключевые изменения должны выглядеть с точки зрения сокращения сроков предоставления услуг, это то, что видно. Это с точки зрения повышения качества услуг, потому что в тех целях и задачах, которых мы видим перед собой, обратная реакция, обратная связь от потребителей, она должна занимать существенно до половины оценки деятельности органов исполнительной власти. Подобные аналогичные центры управления изменениями в других регионах есть или мы первопроходцы? Такого комплексного подхода я с этим не знаком, кроме одной единственной структуры. Это Российская академия народного хозяйства и государственная служба. Там действительно центр управления изменениями создан.
В регионах отдельные направления, да, действительно, они достаточно давно в некоторых регионах реализуются, что касается и проектной деятельности, и кадровой политики. Здесь ряд регионов значительно продвинулись. Но с точки зрения комплексности такой, я думаю, что мы точно среди лидеров. Когда ждать первых результатов? Когда будет запущена вот эта машина Центра управления изменениями? Все уже начинается, на самом деле, сейчас, после выхода указа главы. Зараз, конечно, все не реализовать, это достаточно сложный процесс, поэтому мы для себя определили, что в 2018 году все организационные мероприятия должны быть проведены, собственно, сформированы и методология, и, собственно, первые проработки, пилотирование отдельных мероприятий, вот, а с 19-го уже полномасштабное внедрение. Ну и, конечно, наверное, ключевой вопрос, когда простой гражданин на себе почувствует деятельность и как почувствует вот, деятельность этого центра управления изменениями. Я уже вот как раз повторюсь. Ключевая оценка, с моей точки зрения, это как раз оценка потребителям тех услуг, которые предоставляет государство. И не только государство, но и другие общественные услуги, в том числе и коммунальные услуги. Вот. И эти ключевые показатели эффективности будут заложены в деятельность каждого государственного служащего. Когда мы говорили в самом начале о том, что будет четкая формулировка целей и задач для каждого органа исполнительной власти в рамках госпрограмм, надо иметь в виду, что будет синхронизировано и дерево ключевых показателей эффективности, которые будут доведены до каждого государственного служащего. И удовлетворенность потребителей – это одна из главных будет оценок для деятельности государственного служащего. А как вы будете оценивать вот этот показатель удовлетворенности? Здесь вот эти вот методологии, часть из них уже опробуется. Индивидуальные предприниматели республики уже имели возможность, соответственно, участвовать. Это формат национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, где идет широкий опрос предпринимателей, которые получили те или иные виды услуг. Поэтому эти методологии мы просто будем дальше развивать. Спасибо большое. Я напомню, что о создании Центра управления изменениями в республике мы говорили с председателем правительства региона Евгением Чекиным.